Сегодня рассмотрим совершенно новую механику простокрафта – тихий спаунер. Тихий спаунер был добавлен для облегчения нагрузки на сервер и упрощения жизни игроков. Попасть в меню тихого спаунера можно, прописав команду SQ. Сразу же мы попадаем в меню навигации. Рассмотрим его поподробнее. Типы спаунеров. Это лицензии, которые необходимы для использования определенного вида спаунеров в вашем ТС. По умолчанию всем игрокам выданы спаунера свиней. Впоследствии их можно докупать. Улучшения. Это апгрейды, которые усиливают ваш тихий спаунер. Отдельно остановимся на режиме меча. Режим меча докупается каждый раз за 1 миллион монет. За один раз можно докупить максимум на 3 дня. Многие игроки о нем забывают, но мобы, которые дают дроп только после удара мечом, без этого режима работать не будут. Также здесь можно прокачать количество спаунеров и хранилище. Опыт. Каждый спаунер помимо лута приносит также частички опыта, которые впоследствии с тихого спаунера можно будет снять. Шалкеры. Чтобы упростить задачу по получению лута, вы можете забирать его в шалкерах. Доступно забор по стаку, по шалкеру и по 27 шалкеров. Но не забывайте, чтобы забрать лут в шалкере, вам сперва необходимо его добавить. Добавить его можно двумя способами. Просто забрать готовый шалкер из инвентаря, или же скрафтить на лету. Количество шалкеров всегда показывается в верхней части. И перейдем же к самому интересному, к вашим спаунерам. Если у вас куплена лицензия и в инвентаре есть спаунер, вы можете нажать на него, чтобы запустить. Со временем спаунер начнет приносить дроп. Чтобы его получить, вы заходите в меню спаунера. И в зависимости от того, сколько вы хотите забрать, вы нажимаете или LKM, или PKM. Или же, если у вас больше 27 шелкеров, зажимаете клавишу Shift и нажимаете PKM. В принципе, все. Увидимся в следующий раз.